Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Куда можно пойти днем в Москве? У меня пока варианты только «Привет», детская площадка. Вот мне скучно. Блин, должна была идти на фотосессию, фотограф отменил. Давно проснулась. Ну так, час назад, наверное. Я еще до конца, честно говоря, не проснулась. Привет, идем ко мне. Вот ты находчива. У тебя морщинка сонная еще. Да. Много сонных морщин. Так, короче, ладно. Привет. Пойду поем, вот что, мордашка. Попозже зайду.